Мы озвучили истории детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Да нормально у меня все. Встречаюсь с девушкой, общаюсь с друзьями, гоняю на велике по городу, учусь. Я уже точно и не помню, когда мне сообщили, что у меня ВИЧ-инфекция. Да это и не важно. Я вообще ничего страшного здесь не вижу. Меня такой режим не напрягает. Сказали пить таблетки. Я пью. О моем статусе, кроме родных и близких, знает моя девушка и один мой одноклассник. Я стараюсь говорить только тому, кому доверяю. Не хочу лишних разговоров за спиной. А вообще, я хочу устроиться в жизни. Я мечтаю стать дальнобойщиком и чтобы у меня, у нас, все было хорошо. У меня есть девушка. Мы встречаемся уже год и 4 месяца, и кажется, все идет к женитьбе. Короче, надо продолжать жить и делать все для этого. Прежде всего, принимать лекарства, и тогда все пойдет в лучшую сторону. Вся жизнь впереди, по-любому.